Привет. Привет. Это тебе. Спасибо большое. Вау. Ладно. Клево. Я дальше пойду. Увидимся. Стой. Да, может, как вместе время проведем? Хочешь со мной время провести? Да, приходи сегодня ко мне. Да, ладно. Мне в другую сторону. Мне нравится твой костюм. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Да, пустяки. Можно я тебя сфотографирую? Сфотографируешь меня? Да. Ладно. Отлично. Сделай шаг влево. Теперь вперед. Стоп. Стой вот так. Окей, улыбнись. Сработало. О боже, сработало. Что случилось? Ты был первым человеком, которого телепортировали. Первым. Ты можешь себе представить? Первым кем? Это же просто революция. Чё? Если тебе интересно, как это работает, то первый портал собирает всю информацию о живом существе, которое находится под ним. Отсылает на спутник на орбите. Мне его папа на Рождество подарил. После спутник отправляет всю информацию обратно на Землю и воссоздает объект. На самом деле это просто передача информации, используя квантовую механику. А у нас все еще свидание или... А, хочешь, я тебя еще куда-нибудь отправлю? Да я просто думал на свидание сходить. Нет, 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 может быть, ты хочешь сам куда-нибудь... Я один не пойду. Где мы? Мы в Танзании, в Африке. У меня есть идея, подержи. Хорошо. А, так. Мы где? Венеция, Италия. Почему мы тут? Романтичное место для романтичного свидания. Давай лучше отправимся на перуанскую амазонку. На перуанскую амазонку? Ты уверен, что нам надо туда? О, как насчет Мадагаскара? О, или во Франции замки посмотреть. О, я знаю одно место. Анвар! Нет! Почему? А ты считаешь меня сексуальным? Да, естественно. Если мы окажемся на необитаемом острове, посчитайте сексуальным. То есть на необитаемом острове ты посчитаешь меня сексуальным? Да, короче, давай уберемся отсюда. Анвар! Нет! Анвар, нет, отдай сюда! Где мы, в Йемене? Походу, в Огайо. Что это? Я не знаю. Мы видим нарушителей, сумка у них, повторяю, сумка у них! Анвар? А, нет, 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 нет. Надо вернуться. Что это за сумка? Анвар, я не знаю. Выходите с поднятыми руками. Это полиция. Уходим, уходим. Это секретный ингредиент. Да, он делает все намного вкуснее. Если его добавлять, то все будет намного лучше. Анвар, наконец-то, знакомься. Не-не-не, все в порядке, все-все-все. Мы вас перепутали, мы поймали настоящего грабителя, так что все нормально. Все, не парьтесь, хорошо? Эй, и передай Шерил, что мне нужен рецепт ее бананового хлеба. Короче, мы можем отправиться в Антарктиду, чтобы изучать ледники. Это скучно и неромантично. Почему это вообще должно быть романтично? Я не хочу туда... Потому что мы можем отправиться в место, где... Верни мне... Да брось! Я не знаю, как мы здесь оказались, это совпадение. Анвар, слушай, или ты хочешь продолжить этот замечательный эксперимент в качестве одного из подопытных? Хорошо. Или же ты хочешь воспринимать это как свидание? Но тогда тебе лучше пойти домой, потому что нам не по пути. Ладно, ладно. Воспринимай меня как друга, или как подопытного, как тебе больше нравится. Просто давай продолжим. Давай отправимся в какое-нибудь интересное место. Какое-нибудь интересное место, которое не связано с нами. Да, спасибо. Клёво. Где мы? Необитаемый остров. Дошло. Тут я сексуальный. Хорошо. Это шутка. Хорошо, я поняла. Очень смешно, Анвар. Я его несколько месяцев чинить буду. Мы тут застряли. Ай, да ладно! А перевел и озвучил виски. Ага.